Шановні мешканці найкращого міста у світі, всі наші комунальні підприємства совместно вместе с вами продолжают готовить убежище и простейшее укрытие для того, чтобы можно было обезопасить нас с вами при нанесении ударов российскими захватчиками. Еще раз хочу выразить всем абсолютно благодарность за то, что помогаете в этом сложном, но необходимом деле. И каждый из нас вносит свой вклад. И вы, жители, и наши коммунальные предприятия, и субъекты хозяйствования, предприятия, организации. И компания ТНЭТ тоже приняла решение за собственные средства помочь тем жителям, которые будут находиться в убежищах во время обстрелов, пользоваться коммуникациями, пользоваться интернетом. Поэтому компания ТНЭТ во все наши убежища, которые обслуживаются нашими коммунальными предприятиями, со вчерашнего дня проводит интернет. Это полностью работа проводится за средства компании ТНЭТ, устанавливается роутер, проводятся кабеля, и таким образом жители в убежищах смогут использовать мобильную связь, интернет, и могут знать, где находятся их близкие, могут узнать о том, что уже закончилась воздушная тревога, отбой, можно покидать свои помещения. Поэтому, уважаемые жители, еще раз вам всем спасибо. Работаем на благо нашей Украины. Все будет добре, все будет Украина.